И всем привет, друзья! Это подводка к видеоролику, который был записан на одном из стримов. Если я не ошибаюсь, это было чуть-чуть до начала наших первоапрельских акций, ивентов, где мне удалось сделать долгожданный новый рекорд по киллам в матчмейкинговой битве. Я желаю вам приятного просмотра, надеюсь также на вашу поддержку в виде лайков. Ну и если вам подобного рода видеоролики нравятся, где я стараюсь, где у меня получается делать какие-то жесткие нагибаторские рекорды, то я, в свою очередь, при виде большой и хорошей активности буду понимать, что подобного рода видеоролики нам нужны, и буду пытаться продолжать усовершенствовать мой рекорд. Сейчас это соточка. Если у кого-то было бы и больше, возможно, я бы об этом узнал, возможно, я бы это где-то увидел, но на данный период времени большее количество киллов в матчмейкинговом бою я не видел. Поэтому желаю вам приятного просмотра. Моя любимая. Так, сейчас мне надо против, чтобы был хороший сильный джаггер, чтобы он занимался чем-то другим. Но явно не ехал на меня. И мы делаем новый мировой. Делаем новый мировой, друзья, плюс чат. Плюс чат, если делаем новый мировой. Ссылка удалена. Спасибо, дядя. Давай сейчас, короче, либо я сольюсь, либо катку эту сыграю и включу, да? Спасибо тебе огромное. На эту катку надо сыграть. Раз, два, три. Меня даже контейнер не интересует. Я все видел. Я мог спокойно поехать на него. Но я знаю разницу. Ну вот зачем ты так делаешь? Друг, сука, ты... О, боже, у меня сейчас горит. Он меня хочет сейчас зафокусить? Этот чел, который был в группе, да? Ага, прикольно. Бля, мне нравится такой чел. Мне нравится такие челы. Ну вот, вот ему надо здесь встать принципиально. Ну ладно, хорошо. Хорошо, тут мировой рекорд, блядь, делается. А ему надо встать вот именно там, где мне надо стоять. Ну, конечно, мне чел дает. Ну, сука, ну они все едут туда. Ну, блин. Не та позиция нужна была. Не та позиция нужна была. Но я слился бы на нем сейчас. Если бы я пошел бы на него. Не нужна была та позиция. Сука, они стоят там теперь. Не бери овер, друг. А все, свали оттуда, епта. Свали оттуда. Дружане, свали просто отсюда. Свали, блядь. Текай отсюда, с городу, блядь. Это моя позиция.
54 кило, 3 минуты. Да все, у меня все сбил. Все мои тайминги, все ушло бы. Все ушло бы. Все, блядь, тайминг просто. Две минуты 30 килов. Вы видели этого чела? Это чел, который поставил купол, он просто спас мою жизнь. 92 кило 30 секунд. Тюс 3. Нет. Сводка. Быстро, Джаггер, слейся. Быстро, нафиг, уйти отсюда. Джаггер 95-й. 96-й. Давай, давай, тройная. Давай, 13 сек. 98. Ёб твою, слейся, чел. Слейся нафиг. Ну, 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 ну. Да, да, да. 100. 100! Есть, 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 есть. Не, ну это достойно лайка. Это сразу достойно лайка. Это сразу плюс лайк. Это плюс лайк. Сходу, сходу. Просто, просто, просто плюс лайк, красавчики. Да, сотка. Ровно сотка. Просто ровно соточка. Жестко. Наконец-таки. Наконец-таки все сложилось так, как должно было сложиться. И я этому рад. Сотка — это не предел. Вы видели. Можно бить больше. Определенно, это явно не предел. Но сотка — это уже очень-очень круто. И я наконец-таки ее сделал. Есть. Есть. Чётика.